Пять квадратных ягод нашли своих новых владельцев. Подведены итоги конкурса «Ягода-2013». За призы боролись более 30 участников. Уже по традиции одни номинации были переполнены, в других ажиотажа не было. Организаторы отмечают, в этом году выбирать было особенно сложно. Призов были достойны все участники. Квадратный арбуз в номинации «Я ученый» получила Наталья Бусыгина, аспирант Политехнического университета, председатель Совета молодых ученых вуза, организатор фестиваля науки. Благодарить всех моих коллег, с которыми я работаю. Это уже вторая большая семья, с которыми проводится порой больше времени, чем со своими родными и близкими. Победитель в самой малочисленной номинации «Я бизнесмен» Илья Мишин в связи с загруженностью на конкурс прийти не смог. Ягоду за политическую и общественную деятельность получила Наталья Антропова, медик и волонтер. Среди серьезных конкурентов и побеждать приятно, уверена девушка. Конечно, это и соперники, но именно здесь конкурс, вот в этом зале, где прошло вручение. А с другой стороны, конечно, это коллеги, поскольку все, что они делают, мы всегда пересекаемся, мы всегда делимся своими результатами, нашими идеями, и это тоже лишний раз стимулирует дальнейшей деятельности. Лучшим спортсменом стал мастер спорта России по спортивной аэробике, член сборной федерации Антон Шишигин. Ему с минимальным перевесом удалось обойти соперников. В самой многочисленной и разноплановой номинации «Я творец» выиграл скульптор Артемий Черкасов, автор и создатель бронзовой таксы в арт-сквере. Творческих планов очень много и мечты большие. Просто если будут возможности и будет место, где можно создавать скульптуры или создавать целые парки, конечно, мы бы с удовольствием бы приняли это предложение. И я думаю, у нас бы все получилось. Члены жюри и участники отмечают, что конкурс иногда не объективен. Слишком разные достижения в разных областях приходится сравнивать. В будущем организаторы постараются это исправить и ввести две новые номинации. Это была бы номинация «Я волонтер» и «Я организатор», то есть более общая. Потому что сейчас очень много молодежи помогает кому-то, да, к домам престарелых, животным. То есть хотелось таких отметить людей. А организатор – это чуть более общее, чем, допустим, тот же политик. Да? Это может быть организатор, ну, чего угодно, организатор мероприятий любых. Год от года количество участников увеличивается, растет и их уровень. Если есть развитие, значит, конкурс важен и нужен, уверены организаторы. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.